Ну и украинцы, задержанные в Испании, уже ждут суда по обвинению в контрабанде наркотиков. Завтра их дело передадут в суд первой инстанции в Мадриде. Сейчас 11 моряков находятся в изоляторе города Альмерия, куда их привезли сразу после задержания. Испанский спецназ задержал украинцев в юго-восточной части страны, когда обнаружил на судне 600 мешков с гашишем, 18 тонн всего. Фигурантам дело предоставили украиноязычного адвоката и переводчика.